Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля. И сегодня я таки решила выйти к вам лицом. А все потому, что сегодня чудесный день. День весны, 8 марта. И, конечно же, 500 подписчиков на канале не могли остаться незамеченными. Поэтому я решила провести большой скраповый розыгрыш, большую конфетку, giveaway, которая, как я надеюсь, поедет в любую точку мира. Во всяком случае, я надеюсь, что в тот момент, когда мы ее разыграем, она действительно полетит в любую точку и будет вдохновлять и радовать одного из победителей. Ну а я хочу выразить свои самые сердечные и душевные благодарности всем тем, кто поддерживал канал на протяжении всего этого времени, кто присоединялся, кто вдохновлялся вместе со мной, кто комментировал. Я видела ваши отклики, и это очень-очень приятно. И спасибо вам всем огромное, и для меня это не только приятно, но это большой стимул творить дальше, вдохновлять вас, знакомиться со своим творчеством, делиться какой-то информацией, своим опытом, конечно же, делиться. Ну и сейчас на экране вы видите картинку, эти 500 человек, я их заскринила и оставила, скажем так, для истории этот момент. И спасибо вам всем, это число растет, и это безумно-безумно приятно. Так что в честь весны, в честь 8 марта, в честь Международного женского дня и, конечно же, самое главное, в честь 500 подписчиков на канале, я решила провести эту классную скраповую конфетку, которая, надеюсь, будет радовать вас и вдохновлять. Конфетку я собирала с большой любовью, там все самое полезное, все самое нужное. Есть очень классные раритеты, я думаю, вы сейчас увидите, конечно же. Ну и приятности, полезности, которые я еще положу в бонус, пусть это будет сюрпризом. Ну а я еще раз поздравляю вас и себя с праздником и, конечно же, погнали смотреть вкусняшку. Скраповые конфетки, они весьма интересные, так что гоу! В общем, к этой памятной дате, к этому памятному числу я приготовила, конечно же, большой подарок. И та-дам! Он заезжает в кадр, и вуаля! Вот это вот вся красота! Это подарок на 500 подписчиков. Как вы уже поняли, в этом видео будет розыгрыш. И у вас перед глазами целая кучка скраповых материалов, невероятно вдохновляющих, классных и, конечно же, стильных. Я надеюсь, вы в таком же предвкушении, как и я. Ну что ж, вся эта кучка, конечно, так собрана. Я ее собирала с большой любовью, трепетом и, знаете, так скрупулезно подходила к этому вопросу. Мне хотелось все подобрать в такой красивой весенней гамме, раз у нас уже весна, март. Во всяком случае, у меня сейчас март, и я хочу вот март, весну обозначить вот такой вот классной конфеткой, таким вот классным гивэвэем на весеннюю тему в честь моих 500 подписчиков. Вот. Вроде как-то звучит так странно, ну да ладно, главное все-таки праздник, ура! Ну что ж, я думаю, вам весьма интересно, что же здесь внутри у меня собрано, так что я предлагаю приступить к просмотру. Я надеюсь, вас это заинтересует, так что не переключайтесь. Ставим пальцы вверх и погнали! Начать я хочу, конечно же, со скраб-бумажки. Скраб-бумага в скраббукинге – это абсолютное начало всех начал, это классика, это самый настоящий must-have, поэтому, конечно же, конфетка без скраб-бумаги была бы неполной. Для подарочка я выбрала вот такую вот классную раритетную коллекцию от Scrap Mira, называется она «Сиреневые мечты». Как вы видите, коллекция в таких весенних колорах, фиолетовых, лиловых, немножко розовенького, чуть-чуть желтенького. Ну и там есть зеленушка, но ее совсем немного. Я думаю, зелень как раз закроется декором. Вот тут можно посмотреть принты. Я думаю, коллекция известная, несмотря на то, что она действительно уже раритетная. Я не видела ее в магазинах. Возможно, найдете декор какой-то, если захотите к ней. Но в целом, я думаю, того, что я приготовила, вполне может хватить. Итак, коллекция «Сиреневые мечты», плотность 190 грамм, набор односторонней бумаги, 10 листов. Как вы уже поняли, 10 красивейших листиков, такие вдохновляющие оттенки сирени, оттенки лиловые, очень нежные, очень воздушные,
Ну и, конечно же, романтичные. Я думаю, эта коллекция очень известная, поэтому я не буду уже ее доставать. Скажу лишь только, что она мне очень-очень нравится. И это такой must-have для весенних, для летних, для цветочных, женственных, в общем, для любых работ. Так что, ну, я надеюсь, она также вдохновляет вас, как и меня. К этой прекрасной коллекции я, конечно же, подготовила декор. Куда же без него? Здесь у меня есть вот такой вот классненький чипборд. Как раз-таки коллекции «Сиреневые мечты». Билетики, бирочки, ну или тежики. Вот такие вот эмблемки, надписи «Моя радость», «Сиреневые мечты», «Люби», «Мечтай», «Желание». В общем, вот такие вот классные штучки. Ну и, конечно же, рамочка и круговой такой вот элемент. Очень классный декор, максимально советую, мне нравится, как он в работах дополняет бумажку, тем более он не глянцевый, абсолютно матовый. Ну и, конечно же, будет весьма гармонично смотреться с этой коллекцией, так что тоже must have, рекомендую, ну и, конечно же, вдохновляю. Еще один замечательный декор к этой коллекции – это вот такие прикольные фишечки. Здесь весьма универсальная тема, вы можете как и к коллекции добавить, так и использовать ее отдельно. В общем, вот такая вот палетка фишечек, часики, очень классные. Вот такая вот фишечка здоровская «I love you», «Я тебя люблю», фишечка с сиренью и фишечка вот такая с бабочкой. Вот такой вот лист есть здесь в наборе, он очень-очень классненький и при желании бабочек здесь можно будет повырезать. Когда я собирала конфетку, я понимала, что она будет абсолютно неполная, если я сюда не добавлю различных фактур, не только бумажка и там вот немножечко акриловых, пластиковых элементов, но я считаю, что должен быть полный спектр всяких прикрас. Ну, я думаю, это больше вам понравится. Поэтому я подобрала конфетки вот такую троечку прекрасных тканюшек. Здесь две хлопковые тканюшки. Вот такая вот классненькая клеточка. Такая бодренькая, весенняя. Мне очень нравится оттенок. Она приятная на ощупь. Ну и отлично подходит к этой коллекции. Так оттеняют фиолетовые оттенки. Ну и в любом случае, даже если не сочетать их вместе, то можно применить ее в различных работах. Далее второй кусочек хлопка. Это вот такие классные велосипеды и велосипеды с совушками. Это хороший польский хлопок. Он беленький и черный рисунок на нем. На самом деле он выглядит немножко мужским, но если присмотреться и подумать, то он очень хорошо подходит к стилю Прованс, к стилю путешествий, точнее, к теме путешествий. Ну и, конечно же, весна, в общем, путешествие, такая легкость. Я считаю, что если скомбинировать с какой-нибудь яркой тканюшкой, то будет весьма классно смотреться. Ну и последний, третий кусочек, это у меня вот такой вот яркий, прикольный цветочный лен. И он такой весенне-летний, в общем, такой яркий, цветочный, позитивный. Но мне очень нравится оттенок зеленого, который здесь есть. Тоже, я думаю, отлично будет его с чем-то скомбинировать. Вот, так что любите тканюшки, ставьте лайк. Раз речь зашла о тканюшках, грех не вспомнить о кружеве. К такой чудесной весенней коллекции так и хочется добавить романтичных кружевных мотивов, поэтому я поскребла по сусекам и выбрала для вас чудесная кружевка. Вот эта кружевка вы уже видели, я это полотно показывала. Я решила кусочком вот таким вот хорошеньким поделиться. Я думаю, это будет очень так вдохновляюще смотреться в работах. Ну и к нему еще подобрала немножко вот такого декора. Это такие хорошенькие хлопковые сердечки кружевные. Я думаю, они очень мило смотрятся. И к сердечкам вот такую вот еще ленточку с цветочками. Очень известно. Я думаю, в декоре она тоже будет замечательно смотреться. Пополнит подарки вот такой вот прикольный трафарет. Он интересный и он универсальный. Здесь есть прикольный завиток практически по всей площади трафарета. И здесь есть вот такие вот прикольные графичные элементы. Напоминает, знаете, немножечко плиточку ванной. Но так как элементы весьма универсальны, их можно применить в различных работах. Так что я думаю, тут кому достанется этот приз, кому долетит эта конфетка, тот сможет использовать и материалы, и бумажку,
и, конечно же, декор в самых разнообразных проектах. Так что плюс еще трафарет. Далее я подобрала чипборд. Куда же без чипборда в творчестве, в скрабукинге? Это такой, думаю, материал, без которого сейчас ни одна работа не обходится. Чипборд украшает абсолютно разнообразные проекты. И это всегда, я считаю, знаете, такой материал must-have, без которого, ну, как-то сложновато себе представить скрабукинг. У меня здесь получилась такая весьма разнообразная подборка. Допустим, вот такие вот прикольные веточки от Creative Art Shop. А здесь у нас одуванчик. Ну, мне понравилось то, что эти веточки, они листики отдельно, в общем, веточки отдельно можно применить в различных элементах и даже поделить на сегменты. Я думаю, будет выглядеть очень классно. Далее у меня здесь вот такие вот прикольные рамочки от Скрапинец, или Скрапинец, ну, в общем, Скрапинец пускай будет, польский бренд. Здесь такие прикольные рамочки, шильдики, можно их использовать как шейкеры, попробовать сделать, можно их просто куда-то в слои, в детальки добавлять. В общем, вот такие вот классные веточки, это у нас чипборд от Mr. Painter. Здесь, я думаю, травки, муравки, в общем, всякие такие росточки, они обязательно пригодятся в творчестве, в таких легких, цветочных, романтичных проектах. Так что Mr. Painter, лайк, и еще один прикольный чип в подарке. И здесь у меня вот такой вот пакетик, в котором лежит классный, просто потрясающий чипборд от Laser Scrap. Это наш отечественный белорусский бренд. И здесь у меня прекраснейшие такие элементы. Вот такая вот рамочка. Здесь нарцисс, но по сути цветочек можно раскрасить в любые цвета. Вот такая вот клеточка, хотела сказать, но это аквариум с цветочками. Очень он красивый, изящный. И к теме вот решила добавить вот такие вот вазочки с лавандой. Я думаю, они будут здорово смотреться. Надеюсь, вы тоже любите чипборд и вам это понравится. Итак, продолжаем пополнять конфетку. Конечно же, я не могла пройти мимо вырубки. Вы все знаете, что у меня большое количество ножей. И ножей на всякие разнообразные тематики. И я решила, что для конфетки я добавлю определенные крупные ножики. И плюс еще положу, конечно же, в подарок пакетики с самой разнообразной вырубкой. Ну, пусть это будет сюрпризом. А вот крупные ножики, точнее, крупную вырубку я обязательно покажу. Я решила положить вот этот замечательный лист, вырубку от Eco Paper. Замечательная, конечно, подложечка, французское кружево. Я думаю, она замечательно будет смотреться в этой работе, в работе с этой бумажкой. Также у меня здесь есть вот такой вот листик батист, ну, типа батист. В общем, тоже хорошенькие такие подложечки. Далее я сделала вот такое вот класснючее кружево. Это у нас аналог чипборда от Мускари. Но я уже показывала его в влогах. Очень классно оно смотрится. Ажурненькое, кружевное и, конечно же, весьма романтичное. Мне очень нравится. А вам что думаете? Ну и, конечно же, я решила добавить подложечки для фотографий. Возможно, победитель решит сделать из всех этих прекрас альбом. И ему или ей пригодится вот такая вот красивая кучечка, красивая стопочка классной вырубки. Далее переходим к вспомогательным материалам, или так называемому декору. Конечно же, я не могла не положить всякие листики, веточки, которые в обязательном порядке помогут сформировать красивую композицию и, ну, скажем так, добиться желаемой красоты. Вот такой вот прикольный твайн, вот такой вот тоненький шерстяной шнурочек, вот такой еще твайн и вот такой, конечно же, в оттенках фиолетового. Ну а дальше у нас самый разнообразный декор, который я также с любовью собирала. А вот, например, вот такие классные рамочки от Studio Просвет. Studio, так говорю постоянно по-иностранному. В общем, Art Studio Просвет. Это классные металлические рамочки с нанесенной сверху эмалью. Я думаю, они отлично сюда подходят и дополнят эту коллекцию бумажки, ну и, конечно же, декора. Также я здесь подобрала люверсы и металлические шильдики с надписью Handmade. Ну, в общем, я предполагаю, что победитель будет делать альбом, ну или что-то в этом роде. Во всяком случае, декор всегда пригодится в работе.
Далее у меня здесь пуговички. Я подобрала, как и деревянные пуговички. Посмотрите, какие они классненькие. В оттенках, конечно же. И также подобрала пластиковые пуговички. Тоже прикольные. Тоже, конечно же, в оттенках этой коллекции. Яркие, сочные, весенние и даже немножко нежные и романтичные. Дабы разнообразить конфетку, я решила добавить таких интересных материалов, как красочки, только немножко нестандартные красочки. Я подобрала чернильную подушечку вот такого прикольного фиолетового оттенка. Это пигментная подушечка от Studio G. Яркая, прикольная, сочная. И также я решила подарить вместе с конфеткой вот такой жидкий жемчуг Liquid Pearls от Ranger. Оттенок называется мятная зелень, ну или мятный зеленый. Очень прикольный, я думаю, будет здорово смотреться с весенними работами. Ну или в тандеме вот с этой всей красотой. Ну и конечно же, как вы видели из начальных кадров, куда же без цветочков. Я была дизайнером бренда I'm Roses, это тайский бренд цветочков, и, конечно же, у меня много их материалов, и я с радостью поделюсь ими с вами. Вот такие вот классные цветочки. Я их, в принципе, подобрала по стилю, ну, а цветовая гамма выбрана с любовью как раз для этой коллекции. Вот такие потрясающие лилии. Здесь есть и розовые оттенки, такие вот нежные, и такие бледно-фиолетовые, салатовые, беленькие, конечно же, цветочки. В общем, обязательно пригодятся в работе и будут прекрасно дополнять. Так, у меня тут один цветочек уже решил уйти, но мы его добавим сюда. Вот такие вот прикольные цветочки, похожие на ромашки. Они носят такой, знаете, весенний легкий характер, поэтому, я думаю, будут уместно смотреться. Вот если сравнивать с розочками, розочки обычно такие обвязывающие цветы, они помпезные, они, конечно, шикарные, но так как коллекция носит такой легкий весенний характер, я решила и цветочки подобрать самые такие подходящие к ней. Далее у меня здесь цветочки вишни, куда же без них, прекрасные вишенки, тоже таких прекрасных нежных весенних оттенков, я думаю, будет здорово тоже смотреться в тандеме. Как видите, такая гамма классная набирается, очень меня вдохновляет. И вот такие вот еще цветочки, два крупных цветка дикой розы и вот такие вот прикольные цветные гвоздики. Я вообще не знаю, есть такие в природе, но они такие забавные, мне очень нравятся, я решила ими тоже поделиться. Также я решила положить вот такие вот замечательные маленькие цветочки. Это тоже I'm Roses. Они как раз для той самой детальности, которую мы все с вами любим. Где-то маленькие плоские цветочки будут замечательно дополнять композицию, и я надеюсь, вам такое тоже нравится. Как видите, оттенки все соответствуют этой гамме, и я надеюсь, это вам обязательно понравится и пригодится. Ну и на финал я кое-что для вас приготовила. Это вот такой вот винтажный гипсовый ангелок. Скажем так, эти заготовки были несколько лет мною приобретены человеком, который как раз таки занимался отливкой. Здесь есть немножечко блесток, потому что он с ними работал и готовил, скажем так, их к продаже. Но я их увидела, они залежались у него, я решила, что надо бы подобрать и куда-то в работы микс-медиа их подобавлять. Я не знаю, подойдет ли это прекрасно сюда, в эту коллекцию, в этот подарок, но мне бы хотелось этим поделиться. Возможно, такая милая штучка, такой милый ангелочек станет, знаете, таким вдохновляющим моментом в творчестве и будет просто радовать глаз. В общем, вот такая вот куча прикрас у меня получилась, ребята, в моей конфетке на 500 подписчиков. Я надеюсь, она вас вдохновляет так же, как и меня, и вызывает максимально позитивные творческие порывы, позывы, вот. И к этому я еще, конечно же, добавлю самодельную прикрасу. Я думаю, немножко творчество не повредит. Так что победитель этой замечательной конфетки еще получит от меня вырубку. Ну и, конечно же, что-то рукодельное и, возможно, даже еще что-то вкусное. Так что вот такая вот прикраса, вот такие вот чудесные материалы для скрабукинга.
ставим пальцы вверх, и я надеюсь увидеть вас в комментариях. Я надеюсь, вы захотите поучаствовать в этом розыгрыше, в розыгрыше этой конфетки. Я бы хотела, чтобы эта конфетка полетела в любую точку мира. И надеюсь, к тому моменту, когда я проведу розыгрыш, уже можно будет отправить ее, и у нас будет налажено почтовое сообщение между соседствующими странами. Очень бы мне этого хотелось. Все мои мысли об этом, потому что, ну, я желаю добра, я желаю мира и желаю людям счастья. Вот, поэтому, ребята, жду вас в комментариях. Хотите принять участие в розыгрыше, то ставим пальцы вверх. Обязательно подписываемся на канал, пишем в комментариях «участвую в конфетке», ну или просто «участвую». Я вам приписываю номерок по классике, вот. Ну а через какое-то время, я думаю, через месяц, возможно, чуть больше, мы проведем розыгрыш, вот. Спасибо вам огромное, что вы были со мной все это время. Спасибо тем, кто присоединился. Вы невероятно поднимаете, скажем так, мою уверенность в себе, мое стремление творить, мое стремление делиться информацией, делиться опытом, ну и, конечно же, снимать видео, вот. Так что я от всей души, от всего сердца благодарна всем тем, кто сейчас со мной, и даже тем, кто еще присоединится к нам, вот. Ну и погнали, скоро там 1000, и посмотрим, что же будет в следующей конфетке. Конечно, я так замахнулась, но все-таки надеюсь, 1000 не за горами. Знаете, это действительно много человек, и это очень-очень приятно. Так что всем обнимашки, целовашки и большая-большая любовь. Спасибо вам, ребята, и жду вас в комментарии. А с вами была Юля, и до скорого. Пока-пока.